есть и тоже кабинет, который должен присутствовать в любом учреждении ортопедо-травматологического профиля. Причем этот кабинет еще в этом варианте, который вы видите, он расширенный. Раньше он был меньше, тренажеров много. Желающих посетить этот кабинет, да не только желающих, нуждающихся, тоже достаточно много. И за все недавно еще поставили пропускную систему. Мастер-класс который у нас сегодня отдельно будет, поэтому я ее не касаюсь. Ну и обычные наши тренажеры. Сейчас время уже послеобеденное. Обычно процедура у нас с утра до обеда. Обед и час школа. Поэтому в этом. Ну, сейчас вообще в кабинетах будет мало детей. До которого часа у детей процедура? Процедуры до обеда. До обеда. Обед. Как правило, у нас есть и час. И после тихого часа школьники в школе, часов до 7, дошкольники с ними занимаются воспитатели. То есть процедуры с 8 начинаются, даже некоторые еще раньше, до 14 часов. Школа в палатах или где-то? Нет, школа у нас ночью, я вам покажу, у нас классы специально оборудованы.